Всем привет! На днях я купила сигареты Нирдош. Ну, я не знаю, честно говоря, можно их назвать сигаретами или нет, потому что это полностью растительный и по заявлению производителей полезный продукт. Он имеет в составе такие травы, как базилик, куркума, лакрица и так далее. И в интернет-магазинах он продается как ингалятор. Это продукт из Индии. Очень много положительных отзывов, что якобы эти сигареты благотворно влияют на здоровье, очищают легкие, нормализуют давление и так далее. Ну, конечно, есть и негативные отзывы, но положительных все равно больше. И это довольно чисто внешние, очень интересные сигареты. Вот так они выглядят. Видно, не видно. У меня они с фильтром, но также продаются без фильтра. Обернутые в лист дерева тенду. Ну, как бы по-нашему, это листья хурмы. Я сама их еще ни разу не пробовала. Кстати, многие производители заявляют то, что это сигареты, которые помогают бросить курить обычные сигареты, никотиновые. Я не курю, я давно бросила, я курила, но я бросила очень-очень давно, я много лет не курю. Но эти сигареты меня заинтересовали не потому, что у меня есть какие-то проблемы по здоровью и так далее. Просто мне понравилось описание, упаковка, как они выглядят. Давайте пробовать. Я пробую их первый раз. Ну, я не знаю даже описать, как описать, на что это похоже, но это не противно, как пишут многие комментаторы, абсолютно не противно, и такой аромат, не противный запах, нет в этом запахе чего-то там горелого или еще что-то. Немножко горчит на языке и на небе, но нормально. Я не знаю, я еще вдохнула внутрь чуть-чуть. Но почему-то мне не кажется, что они как-то очищают легкие или что-то типа того. Камера не фокусируется у меня. Не фокусируется, поэтому... Есть такой чуть-чуть ментол, есть. Я чувствую, но... В общем... Они... Ну, не как обычные сигареты. Я не знаю, как что это. Но в то же время это не противно, нет неприятного ощущения. Просто многие пишут, насколько это мерзко, и какой мерзкий дым, и какой мерзкий запах. Я, честно, не ощущаю этого. При всем при том, что я не курю вообще, в принципе. Ни кальяны, там, ни вейпы, ни сигареты, ничего не курю. И все равно... Как можно сказать, для новичка, я не чувствую ничего неприятного. Не знаю, рекомендую ли я вам покупать их или нет, но, по крайней мере, мне кажется, ну, все-таки насчет пользы это тоже преувеличение, я не знаю. Но смотрите вам, ну, противного ничего нет. Я купила их ради интереса, может быть, вы тоже захотите купить их ради интереса, я не знаю. Горят не быстро. Чуть-чуть тлеют, легко так. Фильтр. Ну, так себе, честно. Всем пока.